Каковы вызовы и тренды мировой лингвистики? На этот вопрос ответит в Казанском университете, на площадке которого пройдет международный лингвистический саммит с 16 по 20 ноября. Мероприятие мы организовали совместно с нашими партнерами. Это постоянный международный комитет лингвистов. Это Институт языкознания Российской академии наук и Институт лингвистических исследований Российской академии наук. Саммит посвящен 175-летию основания Казанской лингвистической школы Бадуэна де Кортене и 145-летию его работы в Казанском университете. Более 500 ученых-исследователей из разных стран обсудят актуальные проблемы в современной лингвистике. По предложению постоянного международного комитета лингвистов, мы особое внимание на этом саммите уделяем проблемам и идеям, которые вынашивали и развивали представители Казанской лингвистической школы. Мероприятие проходит в рамках подготовки к 21-му международному конгрессу лингвистов, который пройдет в 2023 году также на площадке Казанского университета. Важно, что конгресс проводится лишь раз в 5 лет, и вузу выпала честь представлять свою страну. А на предстоящем саммите обсудят наиболее актуальные проблемы междисциплинарного характера. Мы очень рады тому, что на протяжении последних лет ученые Казанского федерального университета, ученые лингвистики как раз ведут свои исследования именно в этом ключе. Мы сегодня работаем и с медиками, и со специалистами в области IT-сферы, и с другими смежными науками. К слову, саммит, стартующий 16 ноября, пройдет в онлайн-формате. Казанский университет оснащен самым современным оборудованием для проведения подобных крупных мероприятий. К сегодняшнему дню уже все технологии, все проблемы, которые были у нас в части организации работы с применением дистанционных технологий, они успешно решены. И что касается проведения крупных мероприятий в онлайн-формате, в этом направлении университет тоже накопил огромный опыт. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.